добрая традиция сложилась в Ленинском районе чествовать золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров в семейной жизни. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе, вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя собственная история любви и свой, не похожий на другие, жизненный путь. Но всех их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Наверное, если человек не умеет навести порядок в своей семье, он его не наведет нигде более. Поэтому вы для нас очень хороший пример, а самое главное, наверное, еще раз говорю, для нашего подрастающего поколения. Чествование юбиляров на этот раз было приурочено ко дню работника органов ЗАГС. Танцевальные и музыкальные номера чередовались с теплыми словами благодарности и поздравлениями. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы сделали для нас, для нашей страны, для наших детей и наших внуков. Спасибо вам большое. Мы желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Валерий Михайлович и Маргарита Михайловна Куваевы вместе уже 60 лет. Познакомились в очереди в кассу клуба города Видное и вскоре поженились. Затем молодого мужа забрали в армию, но долгие 3,5 года ожидания только укрепили их чувства. Всю жизнь Куваевы трудились мастерами в научно-исследовательских институтах. И за свои трудовые заслуги оба имеют звание ветеран труда. У пары 2 детей и 3 внука. Все в жизни было, честно, признаемся. И обиды даже были. Все было, все прожили. Но прожили почему? Потому что любили друг друга. Все юбиляры сумели пронести любовь и уважение друг к другу через годы. Научились прощать, идти навстречу, чувствовать друг друга и сопереживать. И все же у каждого из них есть свой собственный рецепт семейного счастья. Делать все, что хочет жена. Быть самодостаточными. Он по своей работе, я по своей работе. И всегда мы друг друга просто уважали. И все. Больше ничего не надо. Праздник получился очень светлым и жизнеутверждающим. После торжественной части юбиляров ждал фуршет. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.